Сегодня в программе вы увидите. В маленьком городке в Нью-Йорке ничто не пропадает зря. Это изоляция из целлюлозы. Но вы никогда бы не догадались. Я могу взять кусочек? Да, бери. И заглянем в Сиэтл, где жизнь в роскоши – повод для празднований. Плитка сделана из переработанных винных бутылок. Шардоне. Пол из винных пробок. Ваше здоровье. И в Торонто. Люди останавливаются и разглядывают. Почему? Потому что они построили оригинальный экологический дом. Мы посмотрим самые необычные, роскошные и экологичные дома планеты. Лучшие экологические дома мира. В штате Нью-Йорк, недалеко от шумного города Нью-Йорк, есть роскошные леса и маленькие деревни, которые должен увидеть каждый, кто интересуется экологией. Стоит побывать и в Помоне, где экологи и художники, живущие по соседству, образовали уникальное сообщество. Здесь, в Скайвью-Экрах, есть дом, создатели которого позаботились о том, чтобы снизить выброс углерода. Огромный дом, почти 5000 квадратных футов. Геотермальные технологии сделали его третьим по эффективности энергосберегающим домом в Нью-Йорке. Нам очень важно, чтобы не было эмиссии углерода. Пол – разработчик компьютеров, его жена Рабия – писатель. Их семья бережно относится к природе и любит искусство. У нас много различных предметов прикладного искусства. Они создают в доме уют. Думаю, именно благодаря им мы чувствуем себя здесь так хорошо. Привет, Джон! Привет. Пол, рад видеть. Рад вас видеть. Как вы? Этот знак обозначает, что это энергосберегающий дом. Да, энергосберегающий дом. Здесь много разных интересных небольших экспонатов и деталей. А вон там крайне странная вещь. Даже не знаю, как спросить. Это мисс Рио. Мисс Рио? Что за имя? Мисс Рио, именно так, в честь Рио-де-Жанейро. Мы сделали ее из остатков, выброшенных на свалку бразильских шлепанцев. Вы можете посидеть на ней. Очень удобно. Попробуй, Джон. Да, неплохо. Здесь в основном все из дерева. А почему именно дерево? Дерево традиционно главный материал в прикладном искусстве. Интересная форма, я имею в виду ваши потолки. Это недорогое и очень простое решение. Фанера с прибитыми сверху сосновыми досками, а выглядит, согласитесь, довольно эффектно. Большая часть дерева, использованного в доме, из соседнего леса неподалеку. Вы построили дом с нулевым уровнем эмиссии углерода. Как вам это удалось? Мы добились нулевого уровня эмиссии, потому что сделали наш дом максимально энергосберегающим. Мы использовали термальную систему нагревания и охлаждения, которая не производит эмиссии углерода. У нас много окон, и они соответствуют экологическим стандартам. В них вставлены качественные двойные стекла, заполненные аргоном. Это позволяет получать максимум тепла зимой и минимум солнечного света летом. Разумно. А четыре люка избавят от необходимости часто включать свет. Это индийский стол. Я испытываю особенное чувство, когда смотрю на него. Он похож на стол моего индийского дедушки, жившего в Южной Америке. Стол для меня — часть моей истории. И еще одна впечатляющая особенность — отличный вид из окна. Из этих больших окон изумительно красивый вид. Это так чудесно — чувствовать себя, словно ты находишься в лесу на одной высоте с верхушками этих прекрасных деревьев. А кухня там? Верно. В американских домах обычно гигантские кухни. А наша кухня уютная, и в ней все очень удобно. Они предпочли компактную кухню. Плита из Европы эффективно экономит электроэнергию. В отличие от американских плит, у которых большие духовки. В этой плите духовка маленькая. Таким образом, плита тратит меньше энергии. О, такая маленькая. Но вместительное. Можно приготовить 20-фунтовую индейку. Интересные разноцветные задние панели, расскажите. Моя подруга Бет Гончар, она сделала панель специально для нас. Рисунок в виде шахматной доски придает ей особенный вид.
Архитектору Джеффри Холлу не пришлось долго ломать голову над выбором цвета. Когда мы выбирали цвет штукатурки, Джеффри поднял горстку грязи и сказал: «Вот этот цвет». Чтобы сочеталось с грязью. Да, с грязью. Кровля сочетается с цветом гальки, коры деревьев, цветом листьев. Я обратил внимание на интересные элементы дизайна вон там, снаружи, чуть выше окна. Это музыкальная семья, у них очень талантливый сын. Поэтому я проектировал скобы так, чтобы подчеркнуть их сильную любовь к музыке. Снаружи отличный вид, но сюрприз ждал нас внутри. Это изоляция из целлюлозы, переработанный «Нью-Йорк Таймс». Это газеты, я могу взять кусочек? Да, бери. Это простой продукт переработки с высоким коэффициентом теплосопротивления. Когда его заполняют воздухом, то делают это в воде для большей плотности. Два душа, две раковины. Нет туалета? Чего-то не хватает. Но туалет — это отдельная комната в старом стиле и в духе прикладного искусства разделять их. И все туалеты с экономным потреблением воды? Да, души тоже экономно расходуют воду. Мы стараемся не тратить воду зря. Это спальня хозяйки и хозяина. Раздельные? Просто я сторонница равноправия. Это экологичная кровать из дерева вишни, выращенной на специальной лесоферме. А зачем прямо над вашей экологичной кроватью эти окна? Они пропускают солнечный свет зимой, поэтому здесь тепло и приятно. Они открываются, мы можем впускать воздух. Это способствует циркуляции. Выключить свет так же просто, как нажать на кнопку. Заходи в подвал. Я вижу здесь много разных материалов, практически все экологические разновидности дерева. Верно, подвал из экологических материалов. Начнем с пола. Пол из бамбука. Бамбук очень экологичный материал. Его цикл роста 4 года. На самом деле бамбук — это трава. А что это за материал? Что-то наподобие пробки? Это биоплитка. Стебли подсолнечника. В сельском хозяйстве стебли принято считать отходами. Их либо сжигают, либо взрывают на свалке. Это правда техническое помещение? Трудно поверить. Я имею в виду эти красиво покрашенные в разные цвета бетонные стены. Я поражен. Вы даже пол покрасили в черный цвет. Внутри это похоже на произведение искусства. Вы ведь потратили много времени и усилий на это. Да. Что я вижу там, когда смотрю в это окно? Там установлен термальный насос. Он нагревает и охлаждает воздух в доме. Под землей проложены трубы с водой. Вода нагревается до температуры земли, приблизительно 12,7 градусов. Как только вода попадает сюда, она преобразуется в газ, нагревается и затем отапливает наш дом. Так это происходит. И никаких эмиссий. Правильно. В геотермальной системе нет дымохода, потому что не нужно ничего сжигать. Отсюда нулевой уровень эмиссий. Этой семье удалось сохранить и развить лучшие разработки прошлого, соединив их с новейшими экотехнологиями. Лучшие экологические дома мира. Сиэтл, штат Вашингтон. Крупнейший город на северо-востоке Америки. Место рождения музыки гранж, рай для кофеманов, город, известный своей эко-архитектурой. Сиэтл есть за что любить. Мягкий климат, близость океана, повсюду пышные зеленые деревья. Неудивительно, что Сиэтл называют изумрудным городом. По крайней мере, когда нет дождя. Нас интересует историческое здание Кобба постройки 1910 года. В 2006 году оно было преобразовано из медицинских офисов в жилое. Перед нами потрясающий пентхаус площадью в 1200 квадратных футов с одной спальней и двумя ваннами. Это место отражает нашу индивидуальность, все то, что мы любим. Эколог и застройщик Грег Смит и его жена Моника точно знали, чего они хотят. Мы думали обо всем, о мебели, о картинах, о том, что экологично и что прочно. Мы искали то, что удовлетворило бы наши потребности и не наносило бы вреда окружающей среде. Прошу в дом. В этой квартире очень уютно. Неудивительно, ведь вся мебель в ней сделана из 100% хлопка. Это старинное кресло мы заново обили материей из 100% полиэстера. Возможно, он произведен из одного из наших жакетов из овечьей шерсти.
Наш архитектор предложила нам пойти в антикварные магазины и поискать там стулья. Мы купили стулья, которые нам понравились, самых различных форм и цветов. Когда к нам приходят гости, они всегда садятся на разные стулья. И нам интересно смотреть, кто из них какой стул себе выберет. Дрова к пентхаусу не подвозят регулярно. Так для чего же вам камин? Мы хотели создать определенную обстановку вокруг камина. Он делает это место привлекательным. Мы ставим свечи, от них идет красивый мерцающий свет. Но у нас нет камина на газе. Но сюрприз нас ждал на кухне. Каждый, кто входит сюда, думает, что это свет от окна на крыше. Но на самом деле это флуоресцентный свет. Наш архитектор показал нам эту синюю краску и рекомендовал покрасить ею потолок. Сначала мы сказали, может, не стоит, но потом последовали совету и были очень довольны. Люди часто удивлялись, а они входили и не понимали, почему снаружи темно, а из окна на крыше по-прежнему падает свет. Эти шкафы сделаны из дуба, который был выточен из болота. Дерево очистили от торфа и трясины, чтобы оно стало вот такого цвета. Говоря об интересных цветах, не умолчим о панели, сделанной из переработанных бутылок от водки, вина и пива. Нам нравятся яркие цвета. Ваше здоровье! Мы спланировали проход по периметру дома ради максимального естественного освещения. Это хорошо, но может создать и проблему. Такое количество новых окон в коридоре оттеснило старые окна. Мы сделали бамбуковые полы во всей квартире. Бамбук — экологичный и быстро восстанавливаемый ресурс. Мы выложили его рисунком в елочку, а плинтусы положили традиционным способом. Вместе они хорошо сочетаются. И еще один удачный пример декора — мозаичная стена в туалете. Стена сделана из 100% переработанного стекла. Ежедневный путь до работы заканчивается в конце коридора. Эта комната подходит для нашего офиса. Раньше здесь был стоматологический кабинет. Мы оставили старый бетонно-мозаичный пол, на нем есть небольшие царапины, но в целом мы привели его в довольно приличный вид. Почему ты молчишь о двери? Эта красная дверь всегда говорит со мной. Говорит? И интересно. Я без ума от ее округленного верха. Эта дверь — моя любимая особенность в нашем доме. Ее непременно надо куда-нибудь поставить, она прекрасна. Добро пожаловать в нашу спальню. Мне нравится наша кровать. Сейчас Моника объяснит, чем же она хороша. Кровать действительно очень комфортная. Она сделана из латекса с шерстью. В ее составе нет никаких ядовитых, огнестойких элементов. Еще мы используем бамбуковые простыни. Они такие удобные. Это наше небольшое городское убежище. Мы хотели не просто устроить большую ванную, а место, где мы могли бы спрятаться от быстрого ритма города, который нас окружает. Мы продолжили тему экологических материалов, спасенного леса и переработанных стеклянных плиток. Пол из натурального камня. И о душе. Плитка сделана из переработанных винных бутылок. Шардоне. Бутылок шардоне. Пол из винных пробок. Внутри есть музыка. Если включить музыку и пустить пар, можно расслабиться, отвлечься от забот. На самом деле это не самая водосберегающая ванная, но мы приняли наше решение осознанно. Мы любим принимать ванну, любим пользоваться паровым душем, и руководствуясь этим, мы сделали такой выбор. Когда мы выбирали квартиру, эта терраса стала для нас решающим доводом. У нас есть снаружи небольшой сад, который создает естественный барьер между нами и городом. Терраса сделана из ипы. Прочный, не боящийся термитов и плохой погоды материал ипы – идеальный выбор для террасы. Мы можем видеть Олимпийские горы, залив Эллиот-Бэй и плывущие по нему паромы. Ночью, когда всюду горят огни, это очень красиво. Экологическое движение делает акцент на эффективном использовании энергии. Это касается всего. Новой архитектуры, дизайна, нового подхода к планированию. Мы должны добиваться изменений во всех областях. Я считаю, нам выпало жить в увлекательное время. Лучшие экологические дома мира. Торонто известен чистыми улицами, безопасностью и высоким уровнем жизни. Он постоянно входит в список самых удобных для жизни городов в мире. Не в последнюю роль в признании Торонто играет расцвет искусств в этом городе. Неудивительно, что передовая экологическая архитектура здесь на подъеме.
Мы нашли этот экологический дом с тремя спальнями всего в 20 минутах езды от оживленного центра города. Короткая дорога из шумного центра города в тихий район под названием Скарборо привела нас к месту настоящей эко-революции. Разговор о ремонте дома. Это компьютерный консультант Эндрю Пис и его жена Донна и их 5-летний сын. Когда они выяснили, что дом разваливается, они знали, что им нужно делать. Строить экологические дома становится все более привычно, потому что это практично. Привет, Эндрю. Привет. Привет, как дела? Хорошо. Уверен, вы видели, что это я. Сюда не войти незаметно. Точно, большие окна, через них все видно. Проходи. У этой комнаты есть название? Это гостиная или зимняя комната, потому что здесь у нас есть камин. Это действительно уютная комната, а сзади летняя комната. Эта красивая люстра создана известным американским дизайнером Джорджем Нельсоном. Другой важный элемент дизайна – большое, выходящее на южную сторону окно. Благодаря этому окну в комнате тепло зимой. Структура – основа любого хорошего здания. Мы видим здесь опоры, а там заметны стальные балки. Обычно люди стараются скрыть их. Невозможно установить большое окно, как у нас, без дополнительной поддержки. Заплатив приличную сумму за стальные конструкции, я не хочу прятать их. Мы покрасили их, и теперь они добавляют дизайну дома по-настоящему современный вид. Существует очень много напольных покрытий. Почему вы выбрали бетон? В нашем доме все полы с подогревом, а бетон – лучший проводник тепла. Такой вид подогрева пола очень эффективен. В комнате становится тепло и комфортно. Намного лучше, чем при включенном кондиционере. Но это оставляет след от перемен температур, бетон расширяется и сужается, появляются трещины. Да, есть несколько, но он не крошится дальше. Нет. Это моя любимая комната. Правда, самая любимая? Несомненно. Это отличная кухня. Просторная, фантастическая, я ее обожаю. Кухня — сердце всего дома. Она очень светлая. У нас есть окна в крыше, поэтому даже в самый темный день на кухне много естественного света. Давайте поговорим о мебели. Я заметил интересную фактуру поверхности шкафов. Это на четверть распиленная вишня. Мы думаем, это выглядит эффектно. Такая поверхность придает кухне изюминку. Кухонный стол – это измельченный кварц? Да, это один из самых твердых и самых прочных материалов. Мне нравится его вид. Расскажите мне о вашей бытовой технике. Посудомоечная машина с низким энергопотреблением. И очень тихая, что мне особенно нравится. В первый раз, когда мы ее включили, мы не поняли, работает ли она. К счастью, это можно узнать по индикаторам. Остальные приборы в доме тоже с низким энергопотреблением. Расскажите о счетчике. Он показывает, как работают приборы во всем доме? Да, в любой момент мы точно знаем, сколько энергии расходуем. Когда мы его поставили, мы выключили свет, чтобы понять, как это влияет на расход энергии. Если в доме счетчик, вы больше не тратите энергию впустую. Необычно, что у вас две гостиные. Похожие, но не одинаковые. Начнем с этой. Здесь светлее, она немного просторнее. Здесь приятная и расслабляющая обстановка. Летом мы предпочитаем эту гостиную. Здесь мы отдыхаем и обедаем. И ваш сын тоже. И вновь видны элементы структуры дома. Здесь вы оставили открытые балки. Да, здесь требовались большие балки. У нас был выбор, и мы остановились на балках, которые производят в Онтарио. Нам понравился их вид, и мы не стали их прятать. Когда их доставили, я сразу сказала, незачем их красить. Да, они выглядят стильно, как часть дизайна. Мы называем эту часть дома мостом. Так ее окрестили соседские ребятишки. Когда они пришли к нам, то стали кричать: «Круто, у вас есть мост!» Много естественного света, не нужно тратить электроэнергию. Да, это прекрасно. По какому принципу расположены световые люки? Чтобы мы могли получать отраженный солнечный свет. Так в комнате не жарко, это особенно важно летом. Ключевая особенность вентиляционной системы – окно в правом верхнем углу. Летом теплый воздух собирается под потолком, и нам достаточно открыть окошко, чтобы избавиться от него. Это позволяет в жаркие дни обходиться без кондиционера. Каждому из нас необходимо уединение. Спальня полностью отвечает этому требованию. Конечно, это не самая большая спальня в мире, зато она очень уютная. Место, где можно отдохнуть. Здесь ценят комфорт. Просто не 100% натурального хлопка. А комнату обдувают современные вентиляторы. И отсюда недалеко до ванной? Да, совсем рядом. Расскажите мне, как вы выбирали дизайн для ванной? Все очень компактно и в то же время роскошно. Это наш маленький островок комфорта. Дизайн как в небольшом спа.
Я бы назвал это «спа только для родителей». Хоть ванна и небольшая, она эффективно сберегает ресурсы. Этому помогают двойной слив и низкая лейка душа. Но настоящая красота ждет вас снаружи. Я вижу тут много разных компонентов. Расскажите мне обо всех материалах. Как пошутили строители, у вас снаружи выставка стройматериалов. Здесь есть все, от каменной облицовки до фанеры. Мы не хотели, чтобы здание напоминало длинную коробку. Это один из способов, как можно этого избежать. А что с вашей лужайкой? У большинства соседей перед домом растет зеленая травка, у вас же грядка, украшенная щепой и камнями. Это южные стороны. У нас здесь так много солнца. Мы захотели посадить как можно больше разных интересных овощей. Они поглощают солнечный свет и практически не требуют ухода. Продолжу тему южной стороны. У вас здесь два больших окна. Я вижу, вы придумали, как защитить их от солнца. В дизайне этих зонтиков для окон мы решили несколько задач. Они достаточно широкие, чтобы летом защитить нас от прямого света, и достаточно узкие, чтобы в комнатах было светло зимой. Это здание выделяется среди прочих. Уверен, когда оно появилось, все останавливались и рассматривали его. Мы были удивлены, что люди воспринимали его с одобрением. Это не гигантский розовый дом или что-то, что всем мозолит глаза. Верно. Но это здание не просто оригинальная постройка. Авторы проекта создали сложный, современный, хорошо продуманный экологический дом. Еще, живя в старом доме, мы пытались как-то его улучшить. Начав идти по этой дороге, понимаешь, что есть тысячи небольших вещей, которые можно сделать и которые многое изменят. Но все эти решения начались с одного самого важного – уничтожить старый дом и спроектировать новый, основываясь на серьезных экологических принципах. У вас тут просто настоящее изобилие. Я хотел узнать, ваши прекрасные овощи предназначены только для членов семьи, или же они для всех жителей района? Кончится тем, что мы накормим весь район. Традиционно овощи сажают на заднем дворе, а тут каждый может подойти и сорвать то, что ему приглянется. Да, пусть берут, мы не против. До тех пор, пока они не начнут исчезать дыней. Программа подготовлена по заказу студии Ю-7.